Неустанно сердечной молитвой почитают его на Руси. В обстоянии и перед битвой ты святого о чуде проси. Если душу сомнения гложет, переполнила боль через край, позови, непременно поможет чудотворец святой Николай. От беды будет новый спасенный, не оставить тебя в страшный час, отведет меч врага занесенный и помолится Богу о нас. Все кручины скорби управи, помолись, попроси, пожелай, без ответа тебя не оставит чудотворец святой Николай.